В России за 5 месяцев закрыли 156 интернет-ресурсов, торговавших спиртным. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Усиленное внимание к сайтам, которые продают спиртное через интернет, приковано после того, как в ноябре прошлого года в Красноярске погибли 11 человек, отравившись суррогатным спиртным. Все они употребляли подделку под известный бренд виски. После этого случаи отравления алкоголем повторились в Чувашии, Оренбургской, Московской и Курской областях. Выискивают алкогольные сайты своими силами специалисты Роспотребнадзора и просят всех неравнодушных присылать информацию. Напомню, что торговать алкоголем в сети в России запрещено, и те сайты, которые это делают, рано или поздно закроют.